есть этому колючему дереву. Оно колючее, но это прям вот иголки такие, как у этого, где показать. О, иголки вот такие большие, как у роз практически. Надо потом понять, что за дерево. Видишь, выкопали ему некоторую такую засадку, чтобы сорняки ему не мешали. И, в принципе, как-то одыбал. Листочков вроде немного. Там наша коробка вся запустела, покрылась сорняками. Так что надо будет потом их вырывать.